В Алматинской области сельчане жалуются на местного акима и намерены обратиться к президенту. Жители говорят, больше 10 лет у них перебои с электричеством. Иногда света не бывает по несколько дней. Продукты портятся, техника ломается, а зарядить телефон просто невозможно. Венера Исимова выслушала возмущенных. Жители поселка Жамбыл, которые в часе езды от Алматы, живут как в каменном веке. Настоящее чудо, если в доме загорается свет. По их словам, электричество не бывает по несколько дней. Мы мучаемся без света. Интернета нет. Делать уроки с детьми невозможно. В этом сельском районе примерно 150 домов, и все подключены к старому трансформатору. Напряжение слабое, поэтому свет либо еле горит, либо его просто нет. Как, впрочем, нет и дорог. Мы берем электричество с чужого трансформатора. Нам жители уже сказали, что запретят нам. Тогда мы все без света будем сидеть. Мы акима просим только об одном. Пусть установит нам трансформатор и проложит дорогу наконец-то. Терпеть мы уже не можем и будем обращаться сразу к Токаеву. Мы уже устали. Почти в каждой семье сгорела техника. Бекенапа говорит, телевизор не показывает, а продукты портятся. Вот сейчас снова света нет. В холодильнике все портится, все течет. Один холодильник уже сгорел, пришлось на улицу вынести. Он был новый, большой, дети из города привезли. К местному акиму, который на своей должности уже 3 года, сельчане обращались не раз. Но, говорят, за это время он ничего не сделал. Чиновник, узнав, что жители рассказывают о своих проблемах журналистам, тут же приехал навстречу. Признался, что тоже часто сидит без света, и это продемонстрировал. По электричеству уже все документы, смета готовы. Ждем деньги. Здесь слабое напряжение, потому что с каждым днем тут растет население. Людей много, и все же пользуются электричеством. А что касается дорог, в будущем есть в планах проложить ее. Возмущенным жителям аким Жамбылского округа пообещал провести электричество только в следующем году. По словам чиновника, для этого требуется ни много ни мало 90 миллионов тенге. Деньги ждут из областного бюджета. Венера Исимова, Думан Даулетбахола, КТК, Алматинская область.